Так, одной мне хватит. Сюда его 100% надо назвать, а то он еще случайно исчезнет, я не могу это допустить. Ну, он всегда будет сидеть, получается, возле вот этого дерева. Он же как бы лимончик, он же должен охранять вот это лимонное дерево и 7 вот этих моих лимонов, чтобы никто на них не позарился, и чтобы никто их случайно не своровал. Так, здесь 8-й может будет когда-нибудь висеть до Нового года, ага. Если кто-то будет подписываться. Так, лимончик, ты... Та, уже вырос! Уже, так я отошел на 2 минуты, ты уже вырос, раскабанел в 3 раза. Ладно, опа! Все, вот сейчас ты точно никуда не исчезнешь. Все, вставай, вставай и давай пошли за мной. Я тебе покажу нашу территорию. Тут у нас эльфовая башня. Это твой папа и твоя мама были на эльфовой башне. Вот давным-давно, еще в феврале, когда вот этого зомби-апокалипсиса не было. Вот это беседка твоей мамы. Она, ну такая, типа, ну могла быть красивее. А вот там дальше моя беседка. Она намного красивее. Пошли к нам домой. Вот это, в кнопку ютуба. Я тебе покажу, где моя комната и где твоя комната. Ты, главное, не отставай. Ой. Я здесь, вот тут стояла. Привет. Ой, ну раз мы с тобой встретились, это самое, я тут хотела поговорить с тобой. Это самое. Вот было бы прикольно, если бы у нас было больше трезубцев, да? А с чего это такой разговор? Я лимончику наш город показываю. Пошли, лимончик, не отвлекайся, Дуримонда опять бредит про свое. Ну ты показывай лимончику город. На самом деле, вот смотри, вот у тебя трезубец на тягун, да? Вот у меня на громовержец. Вот знаешь, я на самом деле тоже бы хотела на тягун. Ну вот гроза, когда, знаешь, даже можно попрыгать, блин. Офигенный трезубец, ну, может быть, попробуем выбить еще один, или вдруг у нас завалялся где-то еще третий трезубец, нет? Нет, да ты что, Кать, да если бы я знал то, что у нас с тобой где-то валяется какой-то третий лишний трезубец, ну, я бы, естественно, сказал бы тебе об этом, да? Пошли, лимончик. Ой, ну ты серьезно, вот думаешь, нигде нет, ну, может быть, мы вместе пойдем поищем, вдруг вот это у тебя вот в инвентаре вот бац и лежит такой вот, чисто случайно, не? То есть ты хочешь сказать то, что у меня в интерес чисто случайно лежит еще один лишний трезубец? Я тебе кто, чтобы... Я тебе олигарх, бизнесмен, а миллиардер, чтобы у меня лишние трезубцы в инвентарях лежали? Ну слушай, ну вот давай вот он такой бац и появился там. Ну ты все как бы уже вот это самое, да? Ага. Это только в сказках бывает так, что у тебя в инвентаре бац и появляется трезубец. Я тебе не сказочник, чтобы у меня бац и трезубец появился, Кать. Значит так, сюда подошел. С тобой сисюкаться еще. Подошел быстро. Да что? Да я какое тебе плохое зло сделал? Я лимончику город наш показывал. Тебе не кажется, что обманывать нехорошо? Мне подписчики уже все рассказали. Давай вываливай на бочку трезубец. Женись на мне. Быстро. Отставить смех! Говорю, быстро подписчики мне рассказали, женись на мне! Ёпрос, это я знаю, что у тебя в инвентаре трезубец! Я все знаю, обманщик! Это и смешно одновременно, и очень грустно. У меня нет никакого трезубца! Какие подписчики тебе про какой трезубец рассказали? Ах уж эти подписчики, сказочники! Не, Катя, ты что? И нет! Ты хочешь нарушить традицию? Когда выпадает трезубец, ты должен на мне жениться! Ты что, забыл? Выходи давай! Так это шутка! Так в смысле, ты в смысле жениться? Кто тебе сказал то, что я на тебе жениться должен, Кать? Подписчики ждут, спрашивают уже, когда? Ну пора, ну мне в следующем году 23, тебе скоро 26, и пофиг, что тебе только что 25 исполнилось. Уже пора, часики тикают, подписчики ждут! Слушай, пошли, лимончик, мне 25 лет, у меня еще половина жизни впереди, да мы с тобой вот это еще успеем, и потом и нарожать, и у меня 6 детей будет, и у тебя 8 детей будет, Кать, какая свадьба, так это был просто... Ты что сделала? А вот теперь ты никуда не убежишь, понял, да? Я вот, между прочим, Катюшка ведьмовская. Ты на меня медлительность кинула, зараза ты такая! Да, я на тебя медлительность кинула, потому что я сейчас тебя буду пытать, пока ты не согласишься выйти за меня. Ты как бы учитывая то, что у меня тоже меч в руке есть, я могу тебя тоже кокнуть прям. Ну попробуй. Ну, попробуй. Иди сюда, ну ты ко мне подойди-то. Ты,
меня не убегай! Ну я же тебя догоню, сейчас кокну просто с двух ударов! Ууу, нет, ты, слушай, ты на меня не на то напал! Не на то напал, не надо, не надо! Не... Ага, а слука, а слука! А я сейчас тебе вот так вот, понял? Чё я трав... Слушай, ты вот это, целый инвентарь все зелий там подготовила, чтобы меня сейчас заставить жениться из-за этих зелий! Подписчики требуют, я требую! Ты обещался! Трезубец выпал, ты обязан, ты должен, давай, давай, уже давай, говори, быстрее, иначе последнее зелье в тебя полетит! Ну же, ну, соглашайся! Лимончик, ну... Быстрее, быстрее! Хотя... Что? Как мы с тобой забыли? С тобой мы забываки две! Катя! Сегодня 8 августа! 8! Ну, я поздравляю тебя с 8 августа, и что? Кать! Ровно год назад, в 2019 году, 8 августа вышла новая, первая серия выживания! Сегодня день рождения выживания, Кать, ровно год! Ёпперс, ты как я могла забыть? Да пофиг на эту свадьбу, женить бы все такое, это же надо тортики приготовить, это надо срочно какую-то одежду сделать, красивый праздник же, все, надо жителей позвать из деревни срочно, да все, короче, забыли про эту свадьбу, бегом готовиться, бегом, да, скорее, в мой домик, Кати Крат, за одеждой. Вот я об этом же, Лимончик, вот я про это же самое и подумал, что ты сейчас мне, Кать, у него вызови скорую на всякий случай, у него там эпилепсия, походу. Ага, давай. А почему зелье? Я тебе что сейчас сделал? Медлительность, сопротивление, скорость... Кого? Все, быстрее, в мой домик, Кати Крафт, быстрей! День рождения, как-никак, а вы со своей свадьбой! Надо день рождения праздновать! А свадьбу потом, в следующей жизни. Ну наконец-то, ну что ж ты так медленно-то бежишь? Ну твоя бронька стынет уже давно, ну праздник же, давай вот это, свои шмотки снимай, вот эти вот беспонтовые, на мои надевай, давай, быстрей. Угу. У нас карнавальная вечеринка сегодня будет. Я розовая пони из My Little Pony, а выбирай, кто будешь ты. Ну, у меня же просто обычная красная вот эта бронь, ну я не знаю, я тогда буду красный перец из красного перца. Кстати, смотри! Опа! Вот, я красный перец, Кать! О, нет, ты будешь этим красным, этим самым, тинки-винки, ля-ля, по... Телепузик, красный пилипузик будешь. Вот, я решила, да, все, отлично, теперь пойдем готовить тортики. Подожди, тортики это хорошо, я тортики хочу покушать, а это праздник, как бы, на праздник всегда можно тортики покушать. Но, мы что-то сегодня, Катя, с тобой должны построить. Просто каждый раз, когда у нас с тобой какой-то праздник, мы должны оставить след на вот этой карте выживания. Что мы можем построить в честь года выживания? Это должно быть что-то прям, ну, сильно грандиозное получается. Ну давай построим единицу. Большую единицу. Единица это грандиозное? Ну хорошо, предлагай тогда ты. Слушай, а зачем нам тогда подписчики с тобой? Вот это люди, подписчики, которые подписаны на канал, пишут комментарии. Вот, мы же можем почитать комментарии подписчиков, что они там написали, и выбрать какую-то идею, не? Ну-ка, прочитай первое, что там пишут, Я? Да, ты давай читай быстрее, я вот свой вариант предложила единицу, вот не понравилось, давай ты. Женись с Катей, когда свадьба, а дети будут горько. Ну, это не то немного. Это твоя задача читать комментарии, я не умею искать полезные комментарии, давай ты читай. Так, ладно, сейчас откроем и смотрим, что у нас тут такое. Постройте огромную плазму возле вашего дома Ютуба. Ну нет, это не грандиозно. Какая? Зачем нам плазма? Зачем телевизор? Нет, что-то другое должно быть. Это не то. Постройте возле золотого сральника ёршик. Идея хорошая! А ёршик можно изумрудным сделать, а? Да, подставку из алмазной. Из алмазов. Вот это хороший! Ёршик на год выживания, это хорошо. Вантус можно еще потом построить на 2 года выживания. Погоди, вот еще вариант есть. Постройте огромные статуи из ваших скинов.
Как? Я не хочу! Я не хочу! Пусть он уйдет! Пусть посади его в лодку и отправь куда-нибудь это! Уйди, пожалуйста! Не, я на эту ловушку второй раз не куплюсь, молодой человек со свилкой! Я на это не куплюсь! Кать! Убей его! Убей его! Выпало! Что-то выпало! Что-то выпало! А я ничего и не говорила, даже если выпало, то я ничего не сказала. Ну, так, хуса, снова яйцам куриными ничего не выпало. Это... Так, слушай, Кать! Слушай, это хорошо. Я очень часто читал комментарии от подписчиков. Многие писали, что мы наконец-то построили огромные статуи своих скинов. Но подожди, у меня есть идея получше с тобой. Ну чё ты опять там удумал, а? Ну хорошая же идея. Иди сюда за мной. Вот сюда чуть подойдем. Может, тебе это больше понравится, чем просто обычные статуи скинов. Иди сюда. Мы должны построить что-то грандиозное, что будет вписываться в наш город. А статуи скинов — это просто статуи скинов. Я тебе предлагаю построить две огроменные, каменные наши статуи посередине моря, которые в руках будут держать железнодорожную дорогу. А? Просто вот это... Смотрела фильм «Властелин колец»? Там вот такие статуи огромные были. Так это мы, получается, как атланты будем, которые держат колонны. Вот именно так! Сгоняй быстренько по быстролярику в наш склад и притащи примерно 70 стаков камня. Я тебя жду здесь. Ага, сейчас так точно. Одна нога тут, другая там. Сейчас принесу. Все, подожди, какие 70? 70! Ты очумел? 70, не меньше! Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. И с ведерком домчим, ресурсы принесем. И выпрыгиваем на ходу. Оп! Пока. Так, я тебе тут принесла все, что нужно. Целых 3 шалкеровых ящика. Ага, все, давай, выкладывай. Вот сюда, один, другой, третий давай. Так, пошел. Первый с камнями, второй с камнями, третий с камнями. Все принесла, все, что я просил. Ну, так. Надеюсь, что да. Андезит, гравий серый, серый сухой бетон, светло-серый, потрескавшиеся каменные кирпичи, булыжник, гладкий камень. Вот это и обычный камень, целый шар, шалкеровый ящик. Ну, я тебе тогда предлагаю... Вот здесь! Вот прям вот здесь запердокать эти статуи, а? Прям под волками, вот над волками, да, вот этими? А, ну вот там эти волки, которые до сих пор плавают уже, наверное, 50-ю серию выживания. Ну давай тогда возле них туда запердокаем, забирай эти ящики шалкеровые и тащи сюда чуть дальше. Сейчас, Кать, будет самое сложное. Надо вот здесь начать строить эти статуи. Кто будет и с какой стороны? Я с левой буду стоять или с правой? Так какая разница, тебе же обе статуи строить. С какой хочешь, с такой начинай. В смысле мне статуи строить? Нет, я строю свой скин, а ты строишь свой скин. Ну, ты же понимаешь, что там получится не мой скин, а просто тупо каменная плита какая-то. Ну ты же, Катюшка, профессионал, ты дракона убила, но единственное, что ты еще не умеешь делать в Майнкрафте, это строить. Поэтому давай, всегда вот это надо учиться чему-то новому. Иди строй. Эх, ну тут я согласна, строитель из меня, ну, такой себе. Погнали! Еее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 ee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 e
Так, молодец, молодец. Давай блок еще туда, туда блок. Теперь да, давай, надо другую ногу. Забираемся, да, подожди. Блок сюда. Угу, немножко шире, шире немножко. Так, подожди, да. Вот если вот такие ноги будут, это нормально? Или мне кажется, их надо немножко вот шире сделать? Какие-то 2 на 2 блока слишком узенькие будут, не? Как думаешь? Нормальные ноги получаются, давай, еще ставь сюда. Вот главное, чтобы вот там пошире было, вот там пошире. Ну тут всегда должно быть немножко пошире. Вот так, не, мне кажется, тут выше надо немножко ноги сделать, они слишком какие-то, вот это коротышка буду. Вот так, да, нормально? Да, длинные ноги нужны. Длинные, да, нужно. Молодец, молодец. А ты-то пойдешь свою статую напротив меня строить или нет? Чё меня контролируешь? Я тебя сейчас хочу проконтролировать, посмотреть, как ты делаешь, и потом свою начать. Ну давай, да, давай, давай, ставь блок. Этот пример же должен быть так. Подожди. Опа, да, я спрыгну. Ну посмотри, ну реально, ну выглядит прям гигантским таким, ну круто же смотрится статуя, не? Так, ну-ка взгляни на меня, взгляни, повернись. Ага. Ну-ка, так, это здесь, это да. Ну слушай, ну не похоже на тебя, но у тебя рот есть, а у него нет рта, у тебя кепка есть, а у него нет кепки, глаз даже нет, ну не похож, просто статуя какая-то и все.
Так ты погоди, естественно то, что он будет просто статуя. Ну подожди, ну для этого мы с тобой и притащили другие блоки. Сейчас мы возьмем булыжник, сейчас мы возьмем андезит и вот это все остальное. И вырисуем ему и кепку, и нос, и рот, и в руку ему что-то вставим. Какой-то меч огромный. А потом, может, ты в этой жизни возьмешься за свою статую, а не будешь меня учить, как ее строить, а? А, то есть это самые детали сейчас будем, детали, да, добавлять? Детали, да. Ну хорошо, давай, да. Статуя моя статуя, да, она и будет когда-то. Крылья на спину, фейерверки, зубы и... Полетели снега метели, ты там, Катя, контролируй, чтобы у меня все хорошо получалось, ага? Так, давай, я останусь тут и буду со стороны говорить тебе, куда блоки пихать, чтобы все хорошо смотрелось. В первую очередь, как мне кажется, надо построить вот это самое лицо. Поэтому давай гори. Вот здесь, если рот будет там нормально, а вот здесь ты... нос. Нет, ты что-то вообще криво пошел. Нет, левее нужно. Да чё криво? Куда криво? Я не понимаю. А, да, на один блок вот туда надо. Опа, вот так, да? Да, вот так. А тут сбоку убирай нафиг все это, неправильно. Вот сюда внутрь, тогда надо рот сделать, рот тогда серый сухой бетон, вот как раз таки он нам и пригодится. Слушай, а глаза-то как сделать, я не представляю, чтобы они хорошо смотрелись, из булыжника может, или из гладкого вот этого камня? Слушай, а что, черные блоки есть какие-то, надо черными глаза сделать, да черные вот, глаза. Подожди, опа, как сложно огромные свои статуи строить, вот так нормально смотрится? А, ну так тоже хорошо, глаза ровно получились с первого раза, молодец. Так, ну вот, почти все готово, считай, уже все доделали, да? Не все, ну башка готова вроде, кепка моя готова, козырек мой вот это готов, глаза есть, еще туловище осталось, и потом в руке огромный меч забабахать или кое-что другое. Слушай, или может... Трезубец, например. Трезубец, реально, мне же трезубец выпал, да? Да, выпал трезубец. Да, выпал мне трезубец. Это, ну вот, реально, давай трезубец тогда построим, ага? Да, еще буковку Е тебе надо на груди напечатать. Да, сгоняй тогда за призмарином вот этим, чтобы трезубец отличался немножко. С призмарина, чтобы был, хорошо? Так, призмарин, надо запомнить. И начни уже строить свою статую, пожалуйста! Я начала, ты просто не видишь. Ага, невидимую каменную статую начала строить. Ну шо, как со стороны-то смотрится? Рассказывай давай, мнение от первого лица. Ну это шикардос, слушай, да я даже представить не мог, то что просто из камня, из бетона можно вот такую статую сделать. Да, мне кажется, он красивее, чем я в реальной жизни смотрится, Кать. Согласна. В смысле согласна? Ну это, ты же сам только что это сказал. Ну ты должна была сказать, нет, ты в жизни красивее. Да нет, эта статуя реально красивая. А чё волк там забыл? Как ты его туда затащила-то вообще? Я затащила? Да он сам забрался, видимо, посмотреть захотел. Летающий волк забрался туда наверх? Я вот не знаю, у него спроси, как он туда забрался. Видимо, очень так понравилось. Подожди, осталось запердососить ему трезубец огромный в руку и построить точно такую же статую только тебе и тебя с другой стороны. Да, а между нами сделать ворота. В рай. Да, да не в рай, а ворота, которые держат вот эту железнодорожную дорогу. Да, ну все, тогда можно сказать, что мы план на день выполнили. Свою статую, ленивая жопа, иди и строй прямо сейчас, чтобы через 2 минуты она была в такого же размера, как и моя. Ну, я сейчас перекушу, там схожу, это тортики сделаю, к жителям съезжу, поздравлю их, они тоже часть нашего выживания, а потом начну строить. Да, волк, пойдем вместе. Ну это да, надо и жителей поздравить, и всех наших детей поздравить, и подписчиков поздравить, и вот тебя даже поздравляю. Ну ты как бы, ты же тоже смотришь вот эту серию выживания, она юбилейная, годовая, поэтому, чтобы не пропускать новые серии выживания, Кать, кстати, что сделать надо? Подписаться на канал, обязательно. А то мы читаем комментарии подписчиков, которые подписаны на канал, а не подписчиков мы комментарии не читаем. Красиво получилось, красиво. Спасибо вот подписчикам за идею. Все, иди строй статую. Все, я тебя поздравляю, желаю удачи, счастья, пока.